Возрождение парковых традиций, улучшение экологической обстановки в городах и украшение муниципальных ландшафтов. Наконец, просто доброе дело. В Твери по инициативе депутата Госдумы от нашего региона Владимира Васильева высадили 20 дубов. Поддержать эту акцию пришли десятки горожан. Местом для высадки молодых дубов была выбрана площадка перед Тверской военной академией воздушно-космической обороны имени маршала Жукова. Здесь были заранее подготовлены лунки, вода для полива и, конечно, сами саженцы. Дуб – дерево благородное и не слишком прихотливое в уходе, но определенные правила при посадке соблюдать все же надо. О них прямо на месте рассказали представители горзеленстроя, после чего собравшиеся разбились на группы и работа закипела. Среди активистов были депутаты Госдумы России, законодательного собрания нашего региона во главе с его спикером, председатели и депутаты Тверской городской думы, а также волонтеры и военнослужащие Академии военно-космической обороны. Инициатор акции Владимир Васильев поблагодарил всех, кто присоединился к доброму делу, и с удовлетворением отметил, что оно набирает популярность. На сегодняшний день все больше образовательных учреждений, различных организаций, администраций муниципалитетов, да и просто рядовых граждан выражают желание посадить не только единичные деревья, но и заложить целые дубовые аллеи. Это стало настолько популярным, что даже возник дефицит саженцев. Нашли только вот 10 дубов двухметровых. А почему? А вот потому что туи пошли в ход. Выгоднее, короче, сосны продают. А вот дубы найти не могли. Поэтому мы и посадили сейчас 15 тысяч желудей. А вот в ближайшее время нашли еще 200, но только таких, 70 сантиметров. Надеюсь, что это вот станет распространенным явлением, и мы будем видеть больше посадочного дуба, который с удовольствием, я думаю, будем сажать не только в Академии, везде в целом в Твери. Поэтому всем заинтересованным в выращивании благородных деревьев было предложено в осенний период собирать желуди и проращивать дубки самостоятельно. Благо, при соблюдении нехитрых правил ничего сложного в этом нет. И этот почин также получил поддержку. Прошлой осенью школьники нашего региона заготовили и заложили на проращивание 1000 желудей дуба черешчатого. Спикер областного законодательного собрания Сергей Голубев выразил надежду, что при таком инициативном подходе в Твери и других городах нашей области со временем могут появиться аллеи из деревьев ценных пород. Экология для любого региона важна, тем более для такого огромного, как наш, со своими экологическими историями и со своими экологическими плюсами. А то, что любой город должен свою экологическую чистоту поддерживать на нужном уровне, это безусловно. Весна – самое подходящее время для высадки деревьев. И хочется надеяться, что инициативу по озеленению своих городов, дворов, любимых мест для прогулок поддержит как можно больше горожан.